Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и вы, наверное, спросите, почему я прыгаю отчасти. Ребята, а дело в том, что эти прекрасные северные олени вместе с этими санями припарковались возле моего дома. Я сел туда, и знаете, куда они меня отвезли? Прямиком в деревню Деда Мороза. Да, ребята, я сейчас нахожусь рядом с деревней Деда Мороза, и она очень похожа на нашу деревню, и попасть сюда можно только вот на таких санях и вот на таких оленях, ребята. Но я рад, что меня все-таки сюда донесли, и я хочу, ребята, вам сегодня показать деревню Деда Мороза. Я надеюсь, что я встречу самого Деда Мороза и смогу загадать у него желание и что-то попросить, ребята. Ладно, давайте, меньше слов, ребят, больше дел. Я уже не хочу стоять возле этих саней, хоть это тоже очень прекрасно и прикольно, такое, знаете, новогоднее чудо. Я хочу побыстрее посмотреть на эту деревню, на деревню, так сказать, Деда Мороза. Так, ребят, все, давайте поближе подойдем и смотрите, ребята, она прям очень жестко украшена, колокольчики, всякие штучки висят там. Смотрите-ка, блин, ребята, все вот так вот красиво, деревня такая замерзшая. Ой, ребят, тут холодно, надо было потеплее, конечно, одеваться. Блин, слушайте, какая же стильная деревня. Давайте осмотрим все, начиная с этих домиков. Так, это что за домики? Я так понимаю, ребята, это обычные склада, да, где они складируют подарочки. Ой, тут жители, извините. Или как тут они называются? Это же не жители, это типа эльфы называются тут у них или как? Так, ладно, давайте посмотрим, что вот в этой стране. Так, это церковь у нас, я так понимаю, главное. Так, ну-ка давай. Ой, ё-моё, ребят, тут все в снегу. Надо же, тут давно никто не прибирался. Елочка, подарки, снеговик. Блин, как же тут красиво. Я бы жил вечно в этой деревне Деда Мороза, но только вот есть проблема. Тут холодно, но очень красиво. Так, кузница. Чё тут? Дом эльфов. А, это не кузница, это дом эльфов. Прикольно. И склад подарков. Так, слушайте, а давайте, ребят, все посмотрим, абсолютно все. Так, ребята, все, поехали. Первое. Склад подарков, я так понимаю. Офигеть, смотрите, тут реально делают подарки. Я так понимаю, тут делают подарки зрителям, моим подписчикам и прочим, другим людям. Нифига, ребята, вот представьте, вот один из этих подарков, вдруг ваш, вдруг его прямо сейчас вам его собирают. Прикольно, прикольно, ребята, тут реально собирают подарки. Только пока что на работе что-то никого нет. Так, окей, давайте посмотрим дом эльфов. Поехали, давайте заходим и... Вау, смотрите. Тут, я так понимаю, живут эльфы, и они тут спят, 4 эльфа, я так понимаю, 4 кровати. Они тут складывают сюда ресурсы свои. Но, ребят, рыться я, конечно, в их ресурсах не буду. Нафиг, так сказать, оно мне надо. Ну, короче, я понял, тут эльфы живут, но что-то эльфов тут нет. Наверное, все пошли на работу. Так, окей, давайте дальше смотреть, что тут еще. Так, ну, церковь мы уже с вами посмотрели, ребят. Там, в принципе, ничего такого. Просто все... Все-все в снегу, вот, собственно, и все. Елочка вот такая вот прекрасная, большая, стоит, как у меня в деревне. В принципе, у меня, конечно, поменьше, ну да ладно. Колодец украшенный тут, смотрите, вода еще не замерзла, надо, это какое-то чудо. Так, там мы уже были, что это за дом? Это главный дом Деда Мороза. Ребят, вот нам сюда надо, нам явно надо сюда. Так, ну ладно, давайте попозже зайдем, давайте сначала вот это вот посмотрим, чтобы, так сказать, сохранить интригу. Так, тут что у нас? Тут опять-таки обычные склада. Так, ну окей, все, ладно, давайте, ребят, заходим в дом Деда Мороза. Я уже очень хочу так. Все, давайте, давайте постучимся. Так, все, ребят, теперь думаю, можно открывать дверь. А, здравствуй, Дед Мороз. Ого. А чё тут как у тебя грязно, чё у тебя так много писем тут лежит в стопках, чё-то книги какие-то. Привет, Дед Мороз. Хо-хо-хо, привет, Компот, что ты хотел? Давай говори, что ты там хотел, iPad или iPhone? Сейчас достану тебе, подарю. Стой, 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 Дедушка Мороз, а скажи, пожалуйста, что ты такой грустный? Я не понимаю, какой iPad, iPhone? Мне не нужен никакой iPad, iPhone. Зачем мне он, я не понимаю. Дед Мороз, что случилось? Почему ты такой грустный? Рассказывай все. Я тебя услышу, так сказать, и пойму. Эх, ну просто понимаешь, Компот, я не понимаю совсем наших деток. Вот серьезно, прихожу я, уже вот который раз такое случается. Прихожу я детям дарить подарки, а что они говорят? Давай там мои айфоны, айпады, давай мне там новые игры, давай мне там супер дорогущие крутые подарки и вали, Дед Мороз. Не верим мы в тебя, хотим просто... подарков. Да нет, слушай, не-не-не-не-не, все, абсолютно все мои подписчики верят в тебя, и никто не хочет, никто не требует от тебя крутых, дорогих подарков, все просто ничего не хотят, все просто хотят прочитать тебе стишок, так сказать, и увидеть тебя просто, понимаешь, так сказать, поверить в чудо новогоднее. Не нужны моим подписчикам никакие айпады, айфоны. Вот, ребята, подтвердите же, вот не нужны же вам никакие дорогие подарки, нужно дух Рождества. Пишите в комментариях, да, если это так, и пишите в комментариях, что вы попросили
попросили у Деда Мороза. Я думаю, что это останется между нами, ребят. Давайте, пишите в комментариях, что вы попросили у Деда Мороза. Так, ребята, давайте спросим у Деда Мороза. Дед Мороз, но ты не волнуйся, типа, все хорошо, ничего страшного нету. Мои подписчики, они не такие, как обычные, знаете, вот, типа, ой, давай мне, типа, iPhone, iPad, там, дорогие подарки, денег мне давай, денег и вали отсюда, Дед Мороз. Не-не-не, мои подписчики очень добрые и хорошие, поэтому, Дед Мороз, мы хотим вместе со своими подписчиками тебе помочь. Вот скажи, что мне нужно сделать, чтобы ты стал счастливее? Как тебе помочь, Дед Мороз? Я готов тебе просто как угодно помочь. О, ну спасибо вам, подписчики, и спасибо тебе, Компот. Ха-ха, вы мне поднимаете настроение, Компот. Если тебе не сложно, ты мне можешь сделать подарок на Новый год, а именно очистить церковь от снега, и тогда ты кое-что получишь. Да? Слушай, ну спасибо, Дед Мороз, я обязательно тебе помогу, прямо сейчас, вот прямо сейчас пойду и помогу, жди, Дед Мороз, жди. Ребята, блин, мне очень стало жалко Деда Мороза, представляете, то есть вот есть вот такие вот люди, которые вот так вот плохо относятся к Деду Морозу. Ребят, я надеюсь, что вы, так сказать, уважаете Деда Мороза и все у вас хорошо. Пишите плюс в комментариях, если это так. Так, ладно, давайте почистим снег, чтобы Дед Мороз был доволен. Так, хопа. Ага, чистим весь снег. Ребята, я думаю, что вы мне поможете и тоже вместе со мной получите что-нибудь крутое. Я думаю, что Дед Мороз нам подарит что-нибудь такое веселое, хорошее, задорное, так сказать. Все, давайте, ребят, копаем. Вот это вот так. Хопа, и хопа, отлично. Так, все, давайте, ребята, и теперь скапываем последние слои снега. Давайте, хоп, и хоп. Все, отлично, ребята, мы почти что дочистили всю церковь. Так, ребята, все, по идее, мы даже всю церковь дочистили. Так, тут нет снега? Нет, тут нет снега. Давайте слазим, смотрите, уже ночь наступает. Новогодняя ночь, и кажется, Дед Мороз сейчас спрыгнет вон на те сани и уедет поскорее уже там, куда он поедет. А, он поедет раздавать подарки, ребята, да, точно. Ну, давайте ему сообщим, что мы все сделали. Дед Мороз, мы сделали абсолютно все, как ты просил, мы почистили снег в этой церкви, поэтому все, Дед Мороз, так сказать, можешь туда заходить и проверять. Хоу-хоу-хоу, спасибо тебе большое, Компот, и спасибо огромное твоим подписчикам. В честь этого я хочу вам подарить немножечко подарков. Загляни вот в этот вот зелененький сундук, там все для тебя и твоих подписчиков. Да? Слушай, спасибо, Дед Мороз, тебе большое, все. Офигеть! Так, ребят, давайте-ка это все заберем. Так, ты-то забираем. Все. Спасибо тебе большое, Дед Мороз. Спасибо тебе огромное. Все, давай, с наступающим Новым годом тебя. Пока, Дед Мороз. Ребята, сегодня мы помогли Деду Морозу. А давайте посмотрим, что он нам подарил. Так, во-первых, он подарил... Вау, эмеральдовый топор. Ребят, кому он нужен? Кому нужен эмеральдовый топор на 8 урона? Ха, посмотрите, какой крутой. Да и что это еще? Печенье, очень вкусное печенье. О, свитер, наконец-то, а то я думал, замерзну в этом северном полюсе. Ребята, смотрите, какой офигенный теплый свитер. И вау, ха, нам кто-то подарил пожарную машину, ребят, представляете? Офигеть, реально пожарная машина. Так, ладно, как ее убрать? Я ее же домой заберу. Ой, что-то тут поломал, негоже. Офигеть, ребят, пожарная машина, еще леденцы и Snow TNT. Опа, вот это вот интересно. Что это будет, ребят? Вот это вот мне действительно интересно. Давайте попробуем подорвать. Я так понимаю, просто будет много снега, да, ребят? Ну-ка, давайте это проверим. И бам! Вау! Смотрите, все в снегу! Офигеть! Прикольно, слушайте, прикольно. Мне это нравится, ребят, мне это нравится. Так, а этот динамит что делает? Это тоже какой-то, я так вижу, ледяной, снежный динамит, не знаю. Давайте посмотрим, что же будет, если я его взорву. Что же произойдет? По идее, слушайте, я, кажется, догадываюсь, что будет, и меня это немного пугает. А хотя, что меня это пугает? Меня это не пугает, ребята. Ой, ребята, смотрите, мы перенесли деревню наверх, ребята, офигеть, смотрите, прикольно, смотрите, тут, вау, слушайте, прикольно, ребята, мне это нравится, у нас теперь целый клочок земли, так, ладно, давайте посмотрим, что еще тут есть, так, хопа, ага, вау, кукла, печенье есть, печенье, пирог, еще какой-то динамит, давайте попробуем его, ребят, взорвать, хопа, и так, все, динамит взрывается, и так, сейчас что-то будет, и смотрите, просто куча тыкв и так далее, тыкв и арбузов, блин, прикольно, ребята, короче, вот что нам подарил в этом году Дедушка Мороз, ребята, ждем следующего Нового года и узнаем, что же подарит он нам опять, блин, тут немножечко я деревню задел, но ничего страшного, ребят, я ее обязательно восстановлю Деду Морозу, ведь же как-никак Дед
Мороз. Дед Мороз, я все восстановлю, ты не переживай. Хо-хо-хо, да ничего страшного, Компот. У меня есть волшебство, и с помощью него я все восстановлю. Не переживай по этому поводу. О, спасибо, Дед Мороз, а то уж напугался. Так, все, ребят, ладно. Я отправляюсь теперь домой, потому что я очень устал, с новыми подарками, ребят. Кто хочет, берите, пожалуйста, эти подарки. Не забудьте загадать желание, ребята. Обязательно в новогоднюю ночь. А с вами был я, Компот. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, всем спасибо и всех с наступающим!